Всем доброго времени суток. С вами я, Валентин Медведь, мастерская этнических ремесел «Степной дух». В моих руках новая окарина, которую я относительно недавно закончил. Она из новой партии. И я хотел бы о ней немного рассказать, показать ближе, чтобы могли рассмотреть. Окарина выстроена в строе минорная пентатоника, тональность ми. И она отличается от многих других окарин тем, что она не полностью закрыта. То есть это выходное отверстие, которое увеличивает громкость звучания этой флейты. Вот такой орнамент. Как и всегда, как и обычно, все сделано полностью вручную, вот этими руками. И обожжено при высокой температуре, более 1000 градусов. Использую я испанскую глину высокого качества. И это дает мне возможность получать вот такие прекрасные инструменты. Вот. А сейчас я предлагаю вам погрузиться в пространство музыки и в звучание этой флейты. Раз поближе покажу ее. Вот такая флейта. Текстура здесь, обратите внимание, какая интересная, вот, чтобы резкость была. Это специально привез с собой из Алтая палочку, изъеденную короедом, и вот ей оставляю такой вот рисунок. Он очень приятный на ощупь. И вообще, что могу сказать про свои флейты, они все скрыты специальным составом, который называется ганозис. И многие люди, когда видят их на фестивалях или на ярмарках, в которых я участвую, прикасаясь руками, они думают, что это какая-то порода дерева, даже не создается ощущение, что это керамика, потому что они очень теплые и очень приятные на ощупь. Вот что я хотел вам показать. Еще раз повторю, это тональность ми, строй минорная пентатоника. На этом все. Кому понравилось видео, не забудьте поставить палец кверху, подписаться на мой канал, потому что на нем выходят обзоры музыкальных инструментов, ну и не только, разная информация, и в частности мастер-классы.
Ставьте комментарии, пишите комментарии, точнее, задавайте интересующие вас вопросы. И всего вам доброго, хорошего настроения. С вами был я, Валентин Медведь, этномастерская «Степной дух».